давайте туда, к телефону. Все, давайте. Скоро пожар. Хотя нет, не пожар, а выбежал охранник, говорит, пожар, давайте вызывать пожарных. Мы одни из первых вызвали пожарных. Начали помогать им тушить пожар. Охранник говорит, там есть люди на втором. В общем, начали хотя бы спасать, как бы оказывать помощь. Я забежал на второй этаж, ну там как сильное задымление было, выбежал. Вообще ничего видно не было, света не было, вообще темно. Выбежали на улицу, как раз к этому времени подбежала уже полиция, они начали подтаскивать огнетушители, начали этими огнетушителями тушить пожар, вытащили багоры, начали багорами разрывать двери, которые были закрыты. Там вторая была дверь, нельзя было проникнуть. Горел первый этаж, полностью отрубил. Что горело, не знаете, да? Что горело, не Черный ход и какая-то комната, потому что был главный вход, он был как бы не горел. Там чисто задымление было. Но выйти невозможно было, потому что сильно угарный газ. Здание было где-то около 6-7 людей, и в том числе 4 ребенка. Четыре ребенка. Ну никто не погиб, слава богу. Нет, всех спасли, все благополучно.